В администрации района чествовали школьников, победителей и призеров Олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу. Благодарностью избирательной комиссии наградили и педагогов, которые готовили ребят к Олимпиаде. На церемонии награждения присутствовали глава района Заур Хамирзов, начальник управления образования Асиат Берзекова, председатель территориальной избирательной комиссии Кашхабского района Зарема Гурижева. Сегодня мы подводим итоги очередной Олимпиады школьников по избирательному праву среди учащихся 9, 10, 11 классов. Это мероприятие мы ежегодно проводим совместно с управлением образования района, Министерством образования Республики Адыгея и Центральной избирательной комиссией Республики Адыгея. В этом году наши дети отличились хорошо, приняли участие в нашей Олимпиаде. Я думаю, наши будущие избиратели, которые в недалеком будущем будут голосовать за наших избранников народа. И хочу пожелать, среди них есть у нас и выпускники 11 классов, хочу пожелать удачи, успехов, легких экзаменов и найти себя в этой жизни. Спасибо всем за участие. И спасибо большое хочу сказать Зауру Аскарбеевичу, который никогда не оставляет нас в стороне и принимает активное участие в наших олимпиадах. Данная олимпиада проводится ежегодно. Цель мероприятия – правовое просвещение будущих избирателей, развитие интереса к выборам и повышение политической грамотности. Ребят с таким событием поздравили глава района и начальник управления образования. Я хотел бы поблагодарить и одновременно сразу же поздравить всех участников, победителей, призеров этого конкурса. Конкурс давно стал уже ежегодным. Да, действительно, очень скоро вы все получите избирательное право, что зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Но еще хотелось бы сказать, что голосовать имеют все граждане Российской Федерации. А вот организовывать выборы, участвовать в них, принимать участие в избирательных территориальных комиссиях, участковых комиссиях, это дано не каждому. Это очень трудная и очень ответственная работа. Я уверен, пройдет очень короткий промежуток времени, наверняка кто-то из вас будет принимать участие в том или ином статусе, участие в выборных кампаниях. Я хочу, чтобы вы знали, что каждый гражданин Российской Федерации имеет избирать и право быть избранным и участвовать в этой программе, поэтому еще раз хотел бы вас поздравить, очень приятно вас всех сегодня видеть в этом зале. Я думаю, что наша встреча не последняя, и вы дадите нам возможность еще не один раз вот поприветствовать всех участников сегодняшнего нашего мероприятия. Спасибо вам. Хотелось бы в дальнейшем видеть полный ряд этого зала, таких активных избирателей, участников. Желаю дальнейших успехов, побед. Все номинанты были награждены дипломами и памятными подарками. Завершилось мероприятие памятным фото.